Любишь брейкдэнс? Брейкдэнс. Любишь брейкдэнс? Брейкдэнс. Привет всем, ребята. Это первый видеовыпуск новостей о брейкинге. И сейчас я расскажу о грядущих и прошедших мероприятиях за последнее время. 20 ноября в городе Мытищи будет проходить фестиваль «Встаньте, дети, встаньте в круг». На этом мероприятии будет 6 номинаций, в которых можно будет принять участие. Babies, Kids, Juniors, Teenagers, Kids Pro и Pro. В рамках этого фестиваля будет проходить отбор на «Рэп на голове 9», который будет проходить в городе Казань. Призовой фонд для профессионалов – 10 тысяч рублей. Судить будут Art School, Robin, Крампс, Kinder, Dutch. Мастера слова на этом мероприятии – Hi-Jack и Механик. Из диджеев – Feel One и Лещ. А 4 декабря в городе Ростов-на-Дону будет проходить открытая брейкинг-лига Юга России. Судить это мероприятие будут Ган, Illusion of Exist, Колобок, Eastside B-Boys и Дебошир, Оттиск Натиск Крю. Диджеи Rabbit, Funky Fam и Unstoppables и Gas Groove. Основные номинации это абсолютная от 5 до 18 лет, неважно какой стаж, и профики от 18 лет. Призовой фонд на этом мероприятии 50 тысяч рублей. То, о чем я сейчас расскажу, это новинка в проведении батлов. В Швейцарии 19 ноября Groove Session. Фишка этого батла в том, что есть 16 приглашенных бибоев, 8 взрослых и 8 детей. А также на самом батле будет отбираться еще 16. Потом эти все бибои будут перемешиваться и разбиваться на двойки. Но в этих двойках будет обязательно один взрослый и один ребенок. И тогда понесется основной контест 2 на 2. Уже известно, что среди приглашенных дети Dream Team и Raptor Navi Crew. А из взрослых Lucy Sky, Navi Crew, Intact, Roughneck Attack и Jan All The Most. А сейчас я хочу представить вашему вниманию самую яркую, самую крутую новость от родоначальника крутейшего элемента в брейкинге Sweet Ass. Белый свет мне не мил, тех, для кого живу я и... Это Чежин, но с недавнего времени, когда у него в группе появилось 30 человек, он стал Famous Чежин. Зацените его творчество под названием «Поле чудес». Захожу в душный вагон, в столицу еду, плацкартом играют в карты мужики, здесь дух носков и азарта, везу баул, а? В подарок с огурцами банка, в закатке овощей моя супруга Галька Маста. Опасно, рукой махнул сосед мой податый, упасть опасно. Ведь банка могла бы, моя душа ушла в пятки. Боковушка 5 суток хотя бы не у сортира, я ехал долго, но прибыл, терпение еле хватило. Новый русский рэпер, 5 букв на кону, тостер, тостер. Поблагодарим за такое произведение искусства продюсера Зеппи, ведь если бы не его бабки в носках, я бы вообще не рассказал о Чежине. Любишь брейкдэнс? Брейкдэнс. А теперь о прошедших мероприятиях. Топ-16 Сибири в самом центре Евразии, в городе Кемерово. Выбирал победителя там основной судья Бибой Черита, Эвольверс. Один на один взял бибой Мучачес из команды Бит, город Барнаул. В городе Александрия проходил батл один на один, face to face, на котором первое место занял бибой Апачи.
А в городе Санкт-Петербург прошел батл V1, на котором судил Кен Свифт. В финале встретились ребята из команды «Мастера ситуации» и «Топ-натиск». Победителями стали «Топ-натиск». 3, 2, 1! Команда «Топ-натиск». Ребята из Eastside B-Boys, мини-гимнасты Kinder, победили во Франции на мероприятии. Туса была интернациональная. Было 8 приглашенных команд. Eastside B-Boys прошли 4 круга. Бились с французами, True Crew, а в финале повстречались с Illusion of Exist, Фунт, Ган и Ваха. Немножко опоздал, но лучше поздно, чем никогда. Боти 2016 в городе Эссен. В этом году Франция, Melting Force, показали лучшее шоу. Не только шоу определяет победителя, но еще и батл после отбора по шоу. Они оказались не лучшими. И Боти 2016 взяли Флориос, Япония. Но это не все. Для детей проводилось такое же боти, и лучшее шоу взяли белорусская команда Lil Killers. Так же, как и среди взрослых, решает не только шоу. Победителями среди детей стали Шмета Kids, Голландия и Бельгия. Битву один на один взял Брюс Олмайти. А теперь эксклюзив от Люси Скай, Нави Крю, который сейчас в Соединенных Штатах Америки. Всем привет, это Бибой Люси Скай. Да-да-да, это... Что ты там снимаешь? Сашка, блядь! Вчера я был в Нью-Йорке на чемпионате Dance Society и занял первое место. Сегодня хочу вам показать свой кубок, похвастаться. Какая Америка, ребята?
Какая нахрен Америка? Они что такое? Где Сашка? Так, завтра жду тебя. Час возле памятника, не будет, тебя убью. Ты понял, Саш? У меня же нервы сдают. Вот такой кубок. Кико. Нравится кубок? Кубок нравится, я спрашиваю. Ничего тебе не нравится. С вами была Люси Скай, команда Нави. До новых встреч. А теперь он с нами Бибой Друд. Добре, то ми вирішили в Польщі на заводах брейкдансових. То було стильове удержання, 15-та едиція. Ми виграли, ми їдемо до Португалії, Порто, в марцю, 17 марця. Було у нас Чвурке, Патос, я, Раптор і Бібой Бітл. Наві крю. От вернувся, да? Вернувся. Ногу засидел. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. Если вы услышали что-то новое, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте видео новости про брейкинг. Брейкдэн.